Это стата. Обычно сдохнем мы все на серпантине. Да просто как обычно начали мы там попытаемся, там типа по тактикуль, потом все плюнут и тупо будет толковать по дороге. Ну, бать, у меня пуст подвешенный. Времени нету. Так давайте это, разгоняемся до 50, резко тормозим. Разгоняемся до 50, резко тормозим. А потом нас резко затормозит мина. Надо попробовать вторую версию карты вот там дальше на Серпантиновской дороге замутить. Так, красный круг — это где нас должны атаковать, да? Да. Мы только вот что по дорогам можем технику, да? Да. Предлагаю вот так поехать. Не, ну, кстати, вот Серпантин, по-моему, можно прямо так на тут... проехать. Нейл, наверное, сразу. Да. Нам обязательно по точкам ехать? Ну, по да. Дороге, техника по дороге может ездить. Нам обязательно по дороге. Предлагаю послать группу зайти в тыл. Тылочка, тылочка. Она будет, а у нас времени же не будет, Паша. А сколько у нас время? 45. Нормально. Ну, подъехать просто к зоне, подвести людей и с тыла сделать круг, там пешком они до этого извилистого как раз участка, там наверняка будет на нем засада. Рисуй, рисуй. Ты имеешь в виду вот так вот? Да, примерно так. Ну, тут шире взять попали. Только, шире. Тут их высадить еще... где-нибудь. Тут еще можно их вот тут высадить и оттуда повезти. Вот. Не-не-не. Там пешие. Обычно вот так вот есть всего. На пешие тоже, да, есть? Да, то он пошире, чем наш автомобильный, но тоже не хочу увидеть достаточно. Ясно. Я пойду туда. То есть. Значит, вот отсюда все группа. Да, надо право идти. Нет, не знаю, на. Почему? Триггеры. Понял. Дурацкая миссия абсолютно. В смысле, мы кто? Ну, конец, мы все умрем. Мы же ведем. Мы же ведем конвой. Да. Предлагаю вперед вести беттер, потом УАЗик, потом Шилку, потом последний УАЗик. Угу. И каждое там время, короче, Шилка? Через которое пускаем, по 5 минут. На смысле, у нас Шилка есть. Круто. И бэха. Не на этой миссии, не на этой и миссии. И хоть одна должна проехать. Если не проедет, не судьба. У американцев не хватает деньги на Брэдли. Да. Мы же можем машины гнать не по дороге, да? Не можем. Не можем. Не можем. Потому что обязательно если выйдем на триггер, снесет два колеса и все. У любой машины. Угу. Ага. Я помню, пулеметчик долбил с горы, я пытался к нему забраться, но вот лезу на гору, а мне говорят, вернись на дорогу. Отлично вообще. Триггер? Просто. Триггер говорит, да? Да, пехотный триггер тоже здесь есть. Ага. Насколько я помню. Ну, блин, зашибись. Это вообще какой-то идиотизм полный. Ну, тогда сделаем стандартный путь. Оставляем позади технику. Пехота в ряд идет чистить слева, справа зеленку. Да, разминируем изданником. Причем кусты проверяю. А, не совсем так, Паш. Ну да, машины боевые сзади выстраиваются там как-нибудь, чтобы было видно. Как только пехоту становится не видно нашим боевым машинам, да, то есть все. Они подтягиваются. Они подтягиваются. То есть полный контакт визуальный должен быть. При этом, в принципе, пехоту прикрывать технику смысла нет, все равно из РПГ забежит, выстрелит. И... Да, и одиночную цель особо не распознаешь. Не успеет. Ну, распознал хорошо, не распознал, но тут как повезет особо. То есть, на самом деле, пехота у техники — это хорошая мишень. Ну, ее взрывной волной может очень хорошо положить. Короче, в основном работа пехоты и осталась только водителями, наверное, да? Значит, со стрелками. Это какой-то забей, пишу только. Да, в принципе, нам что, только с трекера прогнать надо и все. Легко сказать. Хамики, ну я хотел бросить, но они там М2, 19, СМК, 19, что? Это, в следующий раз выпили там оптику у обороны. А у них разве есть оптика? Да, там СВД есть вроде. Тогда всех косили.
Что-то не могу понять, а где тут вообще гора находится? Ну, здесь везде этом... горы, здесь везде горы. Ты идешь между гор. По сути, вот до Змейки ты просто в горах идешь там внутри, между сисек, как говорится. Ну, лапки и все. Ну, гора, короче, слева гора, справа гора. Да ну что сразу сливаемся? Сейчас пехотой вдоль дороги идем, да? Втыкаем в основном по бокам визуально, да? То есть по 3-4 человека с каждой стороны дороги. Угу. Вот. В случае стрельбы, понятно, залегли, и нашли камушек. И они с гор по нам стреляют, и один наблюдатель просто сидит, пропускает наш отряд, проезжает машина, они взрывают РПГ, изи гейм, изи лайф. Нет, смотрите. Да, и может быть так. Совершенно верно. А может быть все по-другому. Здесь на самом этом острове я сделал маленькое изменение. Трава короткая. То есть в траве уже поезжать не получится. Только за кустом или за камнем. Так, все нововведения. Жизнь боль. Отстой нововведение. Все обычно за камнями прячутся. Ни хрена себе. То есть вы расстраиваетесь тому, что Талиб не будет лежать в траве? Ну, как... остались камни. Я потом уж хочу за Талиб будет поиграть в следующий раз. Камни вылезти. По-моему, тут травы не так-то и много. Так, короче, наша тактика ясна. Мы едем вперед пехоту, пехота чекает, мы проезжаем. Все, наша тактика закончилась. Чекает лицом и умирает. В принципе, да, если контакт где-нибудь далеко, можете, ну, говорить, СМК 19, далеко? В принципе, тут все. Я еще помню, там какой-то... где будет контакт? Ну, в смысле, кстати, допустим, за камнями еще где-нибудь вы мне говорите, я СМК 19 как минометиком поработаю. Там на базе какой-то геморрой с канистрами или с колесами еще есть. Сам прикол в том? Говорить. Да, прикол... колеса стоит понабирать. Прикол в том, что, блин, если, например, у нас контакт в одном месте, вот, например, на действует, то нам придется по-любому проходить через эту точку. Приходится пехоту отправлять по дороге. То есть там это говорили же, типа. Триггер, который выдает пехоте на горы. У тебя там самолет сейчас упадет. Mm-hmm. Да, извиняюсь, у меня кулера. Так вот, нам придется по дороге бежать. По дороге. Это забей. Нет, а ты чё, какой что по дороге? Там но... плюс, там 200 метров где-то от дороги еще есть. Разбег. Не прям уже по асфальту, это вообще извращение. Если действительно, что от дороги можно максимум на 200 метров пехоте отойти, но это тогда вообще издевательство. Ну, я так примерно. Да ну не может такого быть. Мы когда ее первый или нет, мы играли, играли, когда далеко уходили. Пехота да, далеко ну, там, где хотела. Давайте. Ну, там метров мы по... 200-300. Ну там что он урезал? Там визуально показывается, или тебя сразу ложат на лопатки и сидит. Там предупреждение вылазит, что вернись на дорогу. Ну хорошо, идем вдоль дороги, слева-справа, не прям по самой дороге, а вот там на среднем удалении. Ну, те же самые 200 метров, да, чтобы. Пусты те же самые можно было проходить. Потому что на самой дороге ясно, никто лежать не будет. Овраги, все овраги осматривают. То есть если какая-то группа смотрит там типа овраг, да, докладывает, что тут овраг будем осматривать, другая группа останавливается. В общем, да. Нам надо, нам... зеленые. Давайте на это спокойно. Взаимодействие какое-нибудь хотя бы здесь отработаем. Понятно, что тут, блин, я не знаю... процентов 15, что можно пройти, да, малый процент, что выигрышем ее пройдешь, но хотя бы взаимодействие какое-то может быть наладим на этой миссии, на это упор делать. Нет, кстати, самое очевидное место, где они будут атаковать, это стрелочка, где мы все сгорим. Самое очевидное, потому что тут петляется дорога и трудно проехать технику. Они всегда атаковали нас. Мы сколько раз играли, всегда атаковали. А в том-то и дело, видишь, там особо не чекали места. В тех местах шли по дороге тупо, да, то есть на, надо овражики просматривать. Склоны вообще не проверяют. Да, да, да. У них просто все... Кстати, у них калаши с прицелом? Нет. Повезло. Они как один, в общем-то. Хоть какой-то кроме плюс. Парочку ЕДшек, у них, в общем-то, ничего серьезного. Вот смотрите, тут начеркали, да, пути. Черкали. Примерные вот, границы. Да, вот придерживаемся их. Это не 100% идем по ним, придерживаемся просто в район их, чтобы визуально было покрытие теперь... дороги. И как бы, да, там перекрестное прикрытие людей. То есть не всегда можно увидеть то, что под тобой.
от товарища, который за другой стороны дороги, можете подсказать, что там что-то есть. Теперь давайте решим, кто левую сторону, кто правую, потому что у нас только одно отделение, оно комплектовано, все остальное это там техника. Техника. У нас есть DFR. Подожди, это ты имеешь в виду техника Чарли? Дельта и еще. У нас есть. Дельта, Эхо есть, и Аль... Это техника. Возможно, возможно. Вот Дельта. Альфа это командная. Ну вот смотрите, дайте Браво, Чарли, вот они, пожалуйста. А, там одни боты спущены. У нас только Браво полное. Дентро только там Дентро. Ну, значит, надо будет, наверное, Браво разбивать. Да? По сколько тут у нас? У нас фаер-тимы есть. 9 человек, 10. Олег Раш. Да, у нас первый фаер-тим это Иванчик примерно, наверное, да? Иванчик это, наверное, на оккупанте. Йо, пацаны, мы же уже решили, кто будет заниматься разминированием? Я ты как прошлый раз? Не, я на М-кандидат сижу. Нет, а разминировать можешь... штаб у нас будет, Альфа. Штаб Альфа, А там каким макаром все это разминируется? Кто скажет? Никак. Ну, расстрелом же, да, по-моему, нет? Ну, смотрите, если это исправленная версия, то я, по-моему, кидал неваляшки специальные штуки для разминирования. Они есть в Эйсе. Если он их всунул... А, эти палки, что ли? Нет, палки там обнаружалки были, пиковки. Нет, не палки, обнаружалки. Есть такие два рюкзачка. Ставишь их, они выстреливают. Но у кого-нибудь есть? Ну, если он их добавил... Насколько допустим... я помню, туда подходишь, и ты взрываешься. Где их там ставить, непонятно. Просто если они там есть, вы мне скажите. Они как-то АПОПС называются, что такое. В самих машинах, по идее. Какие если проблемы? Нету, у нас то... один хаммик, два хаммика, вот она, вот техника для разминирования. Понимаешь, там некоторые эти... Человек газы, еще нужен быть. Фиг разминируешь. Мы когда в прошлый раз столкнулись с тем, что я с пулемета где-то, ну, ленты две впустил, ничего не произошло. Я не про ленты говорю, я про то, что заехал и разминировал. С собой. Ну, техникой. Угу. А ты в курсах, что нам надо одну машину как минимум провести на ФОП? Хамбики, нам них, нам стрекеры надо привезти. Да, ну хамбики тащить с собой не очень. А хамбики это техника. В смысле, там уже мы трос... всю технику потащим, это инфосотка. Потому что если у нас вдруг что сломается, мы на базу уже не поедем. Поэтому вы лучше на всем сразу приедьте, там уже бросим, и если что, это будет как запасной вариант. В стрекерах, кстати, 2М136 лежит. Надо их что-то сделать, или бросить на базе, или лучше... заюзать да. На подходах. Либо на подходах, либо камни, в камнях юзать. Угу. Даже не видишь никого, просто туда юзаешь. Да. Ну или ждешь, когда команда. Я такой, чтобы их тупо бы не брать, выкинуть на базе. Потому что парни. У них там РПГ-18, они хотя бы не так часто могут даже страйкер подвить. А вот если им 136 дадите, это все. Это как бы, ну, one shot, one kill. Парни, ну, по одному не ходим просто и все. Это Иванчик хочет. Ну, после... Знаю, как любить умирать. После вот этой вот дороги вашей Люмы, на которой вы поставили кучу меток, я ее перечертил. Если вы посмотрите дальше по дороге, то вы увидите две горки замечательные сейчас ночью. Там легче. Да, то есть они могут сидеть там, и там мины могут стоять. Это самое... Да мины тут везде могут стоять, знаешь, Ванчик. Подожди, дай мне договорить. Это адекватное место для РПГ-чиков для атаки. Дальше, если мы посмотрим по дороге, у нас мы едем по хребту. То есть справа и слева, так вот, если мы поедем, справа и слева находится низина. То есть мы едем по самому верху. Где ты про какой момент говоришь? Выше уже там, да? Выше. То есть вот... Севернее. Не, ну по последнее, да, там уже мы просто будем лговать. Тут-то вся речь идет о том, да. Что пройти кишку и эти две горочки, вышки. Сиськи. А да. Дальше все легко уже. Там уже не можно совсем. Убить, по сути. Если они там одного калеку поставят, он не попадет даже. Нет. А то никто не захочет идти сидеть, ты понимаешь, что там все рандомеры. Там максимум банзай ожидается, и все. И то он знает, может, даже. Так что забей, ищем банзай. И флайер. Гонзо. И Гонзо. Да не, Гонзо тоже будет на передке, это ж пятый. Ну да. Короче, я написал F1, F2, это Fireteam, соответственно, 1, Fireteam 2. Что означает Fireteam? Ну, блин, приехали. Огневая группа.
Окей, я из Чарли один. Я как? Иду с основной, да, группой? Так, а вот выход этих фаертимов сейчас ты вот, Денпро, можешь в это помочь репиту с основной дорогой, потому что смотри. С разминированием. Ну да, Прайс вряд ли полезет с разминированием. У него все-таки 110, он лучше с фаертимом поддержит какой-нибудь. А ты как раз будешь прикрывать работу репита со своей РЦОшечкой. Ну, без проблем. Какую работу, не понимаю. Ну, ты будешь с собой разминировать. Колесиком наехал, да? Ну, одной хватило мина разминировать. Ты думаешь, там больше ничего не будет? Да, там будет больше. Я говорю, надо попробовать все-таки как-то их подрастрелить. Что-нибудь расстрелить, то будем взрываться. Погнали? Погнали? Да, все, да, погнали. По частотам, ребята, по частотам. На базе я написал ее там. Она, в принципе, будет у нас общая у пехоты, ну и, наверное, у всех. Не хотелось бы общего у пехоты. Хотелось бы один доп-канал основной на у нас один пехоту. Это... Да. Ну, ты понимаешь, когда у тебя правый фланг будет под одно кричать, левый? Ну, ладно. Ну, вообще, да, кстати. Ребятам, тогда молчать надо. Кричите голосом, криком, как угодно, но не в рацию. Обозначайте тогда, если какая-то под огнем, какой фланг хотя бы там, или фаертим. Короче, только фаертимщики либо говорят. Ну, все будет по-другому. Да. Так, эти... Так, что за стрельба? Я пустила, сломал, да. Неожиданно я пулеметчик, офигеть. Паша. Если ты второй фаертим доведешь, я могу тебя дальномер дать. Потому что он единственный у меня. А что мне с ним делать? Так. Высматривать будешь народ. Ливантик, давай мне. Да, лучше это, спала, потому что хорошая. Я могу умереть. Так, кто тут? Иванчик? Где Иванчик? Понятно. Кто он где-то там бегал. Дальномер вернули быстро. Вы главное МК-19 возьмите. Дальномер, ну быстро. Какой Иванчик? Взял, так, Иванчик, одного человека, пускай загружает колеса мне техники. Мне как этот Агдоник? Колеса техники, от меня, пускай да. Погружает, видите, человека своего фаертима. Сука. Кто взял дальномер? Вернули быстро, алло. Нуклеир, я знаю способ найти. Отстрел. Ну что? Пару блинчиков с камней вижу. Так, да, ну, что-то сконец было. У тебя есть фаертим. Зашел как можешь, как командуешь. Знаешь, да, своих бойцов? Олеги. Нуклер, IV и Рэнгикут. Вот за счет одного из них можешь сам лично, если не хочешь этого выделять, лично желательно. Виза! Визор. Ну, Нуклеир, иди сюда. Че? Сюда это куда? Это я ванга, что ли? Стой на месте, сядь. Вот еще раненый. Да это колесами всех ломают. Паша. Осторожнее. Так, господа офицеры, фаертимщики, ДВшечку настраиваем. Паша знает, как, да? Тоже доп-канал. У меня что-то глючит. В принципе, вот Денпро можешь, Паша, отдать ДВшку и... Ты чё, я же иду в этой, да. С кем идешь? А, ты с нами идешь. Да. Ну, да, не, ну у меня есть, просто есть это. Да, ну, я с... все, как Паша. Кто? Ну ладно, чё, ты знаешь. Чё. Можно ближе подъехать и потом трубы выстрелить? Да, 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 да. В сторону врага. Если да. Умеешь, да. Конечно. Пошли. Что? А, пошли. Приди на кого? Я сломался об колесо. На 107. 256. Ага. А?
Да, первая помощь. Кто страйкером управляет? Чик. Господа хорошие. А чё никого не слышу? Господа, кто страйкером управляет, техникой управляет, скооперируйтесь возле самой техники, чтобы как-то видеть, и не в одной куче вы стояли. Репит, у тебя рация какая? Значит, ДВ. Сейчас настроим. Ну давай, в машинку ДВ настраивай, я просто уже наслышал. Репит, чё, командуешь? Зоник, ты заводить? Есть кто на ДВ? Спасибо. Есть. Жду от вас, значит, выхода на ДВ. Чарли, давай. О, зачем? А, давай. Не, у меня труба, я не могу, у меня труба. Да. Я трубу взял. Да, репит, я с тобой еду в страйкер или где? Мы поедем, наверное, не в страйкер, а конечно. Стрим. Ты вижу какой-нибудь дальномер, сразу в голову стреляю. Парни, отдайте дальномер. Не вам все-таки выложили. Тэнго. Мы можем сделать по-другому. Можем построить вас в ряд и у каждого проверить снаряжение. Делать нечего им. Давай. И забанить человека, который забрал. Короче, на едем. Кто влезает в хамик, едем на хамиках. Кто там влезает, не влезает на страйкерах, дальше едут. А, значит, командный состав едет на МК-19 там камере. Что. Точнее, М2, который. М2 пулеметный. Остаться там три места. Медицину где-нибудь отсыпали вообще или нет? Да. Может они ход целом. Я тут с вами поеду, ладно. А тут только палка, а НПС. И где тут медицина? Нету медицины. Не валяшка, блин, криворукий. Нету. Кривожоп. Тимплей. О. Тут буксировочный трос есть, кстати. Пакуемся, чё мы тут такая? Мы нельзя ехать ещё. Да, поедем. Все ранен, да ну чё? Справа, конечно, то, что можно начинать долго. Удачи, Прайс. Эй, чё такая за хвост? Ладно. Давайте пара Тим-1 за... Забивайтесь, Иванчик, ты в первую машину там садись, водитель. Остальные там две места хватит. Вы... Слышишь? Паш, ты, наверное, тогда во второй МК-19 пока сядешь там. А я в хамик, да, ой, в этот, в трек все. Ну и важно, нам до точки доедем сейчас. Кто давайте выстраиваемся. Боишься в этом? Ну давай, выезжай. Кто-то не сядет. Там не сели, наверное. Все сели. Давайте перед самым выходом базы, значит, кто на север сдвинулся, езжай на север. Дороги Армении. Прямо по. Ой, опять вот это вот, забыли, как это устроено. Кого? База. Как ехать? Бежит какой-то теперь. Короче, ребят, давайте выезжаем на основную дорогу, там собираемся и дальше будем двигаться. Скажите кто-нибудь по ДВ-шке? Выезжаем на основную дорогу, слушай. Там дальше группировки и будем. Тут команда справилась. Тихо. Да что-то у него путь большой, ты не знаешь. Пейте тормозную жидкость. Накачать тормоза. Пашино решение. Накачать тормоза надо. Ну если в машине не работают, ну сами пейте давно. Да мы тут так-то нормально тормозим. Сейчас
Верните тормоза, какие едут. Как скрывают, пиздец. Подвинуть тормоза. Бля, он еще и... А мы еще не выехали? Только вот выезжаем. Да, за ворота. А старт был во сколько? А там вот, колонны пошляшка. Короче, Паша, если я тебе буду мушку, не забудешь, не напомнишь. Короче, надо добавить резонирование устройства, а попс не сдавался. Сейчас не ждем, да? Они есть в эйсе. Стандарт. Тут говорим, зачем? Головная машина колонна, ждем остальные. Они чётенько, чё себе. Ну, потому что кто-то придёт. Я говорю, ты там, чё себе, если я забуду, ты мне либо напомнишь, либо сам. Бля, а чё GPS не включается, лом? Он сломан? Да, чё там, последний страйкер замкнулся, да? Спалить. Я киберкотлета. Последний? Ну да. Я наружу. Всё, поехали, давайте, движение, погнали. Куда армянин опять бежит? Тебя подобрать? Армянин. Слезай. Сейчас до Карабаха довезем. До Аллаха довезем сейчас. Ну что, господа, хорошие до перекрёсточки едут, да? Какого именно? КВ сказал. А, ну, как раз тот, который перед это жёлтый для красным овалом. А, так добраться можно, оказывается, вот что сделать. Смотрите, у меня есть, допустим, доп. Каналы, да? То есть один канал, это там я могу настроить КВшку на другом канале дополнительном, чтобы слушать его другое ухо ДВшку. И я еще могу сделать вот что, чтобы одновременно в эти два доп-канала мог говорить. То есть капсулку я вот сейчас нажал, вы слышали по КВ меня и по ДВ меня слышали еще. Во, какая хрень еще нашла. Да нет, почему? На девятке там просто надо нащелкать. Одинаково, чтобы они были на 2000 можно дальность увеличиться. Что там по ДВ сказали? Блядь, это армянин. Репит, повтори. Репит, репит. Им команду дальше убегать. Координируешь их только. Что я GPS не вижу. Я что вижу? На точку 2 едут только хамера. Какой-то поворот, блядь. Вообще надо взять за... Надо низко еще включить ФБЦБ для... Это поворот налево. Там свои... Внутри команды скажите, тут дальних можно выкручивать немножко больше. Уже отряд, дальность можно выкручивать. Саня, этот поворот нет? Да, да, еще разметил. Там гражданские, мы уже проехали? Да, проехали. Можно было у них машинки отобрать, кстати. Как цыгане. Сделать неожиданное появление. Какой патриотичный страйк. Там на экране орел с флагом. Дедосовский. Ага. Страйкера, вы там особо на дороге это, если позволять, немножко съехать за дерево какое-нибудь спрячется. Почему все рукав короткие, он это не. Тебе холодно.
Может, руки боишься заморать? Почему? Почему? Стоп, машина! Стоп, страйкер! Ну, до метки страйкер. Это один или два? Это один. 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 Ты можешь трубу уже выпустить? Да не, еще. Один в поле боя. На Воге еще не появился отряд Один. Давным-давно. А, есть? Да. А что? Ну так смешно. Че, у нас где-то? В конфе обсуждали ржака. Так там... Машины там уберите немного в кусты, чтобы с горла... Ты пошел, что на Вог не ходишь. Чуть-чуть уберите. Потому что спит, я смотрю время. Время. Спит. Чё, за Азоник он со спитером не спит? Ну потому что я живу в Калининграде, он живет в Сибири. Была бы у нас Россия, как в представлении американцев или европейцев, то есть тупо сразу вот она там за картой сразу, хоть, все. Обрывается, там маленький кусочек, такая полоска, да, вот тогда можно было. А у нас, блин, если посмотреть на Россию, это... Больше половины всех поясов часовых мира. Если масштаб делать равный, то никакую там ни Германию, ни какую-нибудь Бельгию видно вообще не будет. А про Латвию и Эстонию вообще точно не будет видно на карте. Район Москвы, Латвия. Да. Слишком большая страна. Надо ее разделить. Разные люди. Но. Сейчас понабегу. Сейчас просто закроют нас все. Сепаратизм на нас. Придет стрел, вытащит сервера, короче. Пашу просто на стриме забанят. Да. В жизни. И в жизни. Лет на 20. Прокера, давайте, подтягивайтесь. Потихонечку вперед. Да я слышу, что давай. Лишь там это уточняю. А у нас люди, вернувшиеся из армии, есть? Или, да. В этом году или там в прошлом? Прот вернется скоро. Просто мне интересно послушать его мнение по поводу формы новой. Как формы она новой. Себя ведет? Холодно, не холодно, рвется, не вот рвется. Это насчет холода цветает, ты точно знаешь, потому что он служит под этим Бурманском. А, ну вот, вот. Потому что я смотрел... Не там искал. Короче, про времена Сердюкова рассказывали, там как раз только пиксельную начали внедрять, и она там ужасно померзла. Да, тогда у меня друзья тогда служили, вообще когда такая жопа. Какие-то армяне впереди перегородили нам дорогу. Так-то машинки прячьте, ну ладно. Давайте пехоту загружайте. Пехота, высадка. Давайте пехота, все, высадка, начинаем. Пехотка, высадка. Пехотка, высаживаемся, начинаем распределяться на фаер-тим, идти. Основная группа. Опять все ранены. Командного состава по дороге. Так, фаер-тим 1 идет у нас слева с дороги, фаер-тим 2 справа. А в Волге и машинки открыты вообще? Репит, нам уже двигаться по дороге? Да, начинайте движняк. Ванчик пошел. Давайте вперед. Сейчас так, Артем 2. Артем 1 тоже. От дороги там метров 15. У тебя нарисовано на карте. Интервал держите между пехотинцами метров 5. Можно поле зрения. Подальше. ЖВ, наверное, скажет. Можно подальше. Артем 1, держите левее. Большое расстояние можно отходить. Репит на связи. На шоп мне никто ничего не говорит. Да, перешли на шоп.
Но они на склоны будут сидеть, здесь в этих кустах навряд ли кто-то будет. Но по сторонам все же смотрите. Я только с одним оккупантом иду. У меня здесь фэртим вторая. Она больше народу содержала. Я справа, я по правой стороне пошел. Если повернете штурка, посмотрите, я так понял. Я вперед убежал. Ну я только оккупанта вижу. Я, а, нет, еще кого-то. Фэртим один, вижу фэртим два наш. Ну прям кто-то двое там был. Фаертим 1 бежит слева, фаертим 2 бежит справа. Ну. Визор на связи? Я сказал, вижу фаертим 1, то есть слева. Я фаертим 2 за мной бежит слева. А БЕ это какой фаертим? Это не отдельное отделение вообще-то. Это командное. Я не знаю, куда они ушли. Нам на север надо подниматься наверх вдоль дороги. Бинокль к вам есть или оптика? Кто-то там хотел с РПГшки стрельнуть, вот сейчас самый лучший момент. Судануть по горе. Есть желающие? Так он всего два РПГ. Ну я и говорю. Ну один у кочегара. Я вот и говорю, их сейчас лучше заюзать. Мы сейчас уже входим туда, куда не надо бы с ними сходить. Ну, а кочегару БЕ, а БЕ непонятно где. Понятно, ну ладно. Дальше движемся. От камня к камню, перебежками так, старайтесь двигаться. Мины, да. Вот прикинь, не выпускает от дороги подальше. А сколько там ты отошел от меня? Метров 100. Сейчас проверю сам. Ну вот зона начинается, наша красная линия, вот до нее уже дойти никак нельзя. Ага, ну это израд. Тогда надо у атаки оптику вообще всю убирать просто под корень. Так, впереди нашего вижу, далеко бежит, поднимается вверх. Это кто? Александр. Понял. Рексар, у тебя слева вот кусты. Там могут сидеть уже точно. Вниз, который идет к дороге. Я смотрю. Ты мне говоришь? У меня проблема. Да, у меня проблема со связью, я не знаю, меня слышно. Нет. А ты частоту вбивал? Ну сейчас. 107. А, где?
107, Ctrl-P, 107, бей на экрану. Просто открой окно. Ничего пока ожидаешь. End подтвердит. Я пил, у меня стоит, я вас слышу. А сам говорить не можешь, что ли? Приём, уже говорить. Вот. Капслок, да. Всё окей. Спасибо. Репит, что ты там метки хочешь? Да, хотя бы кто-то из вас, чтобы ставил метки. Тут такая местность, что, знаешь, я могу поставить метку. Но поможет ли она тебе? Сейчас дойдем на гребне. Они каты коварные, там собрались, сейчас могут сидеть, ждать, не атаковать, как техника пойдет, сразу начнут стрелять. Вот, надпись появилась. Иванчик, у вас актуальная видео? Мы прям на метке F1 находимся. Давайте дальше продвигайтесь. Паш, вы продвигаетесь по району, очень плохие камни, вот там закрепляйтесь. На той высоте проверьте. Понял, ну нам туда еще идти. Я начал подниматься по крутому склону. Кстати, надо этот склон сейчас прошарить вообще вглубь, потому что здесь точно есть кто-то, наверное. А ты, Рексар, да, так плохих камней иди, если что там. Я... Нас возле хамеров талип. Откуда он пришел? Убили? Да, убили. Рексар, найди дорогу, визуально дорогу, и сориентируйся. Вот дорога, она справа от меня, метров так 100. Зайди. Кто на дороге стоит, бежит? На север двигайся, чтобы она у тебя была. Если ты шел, ты изначально по какой стороне шел? У тебя дорога была справа? Справа она у тебя была? Ты не пересекал дорогу? Враг на 20, внимание, враг на 20 на левой горе. На левой? Сейчас поставлю меня. Да лучше трассерами идут. Да, дай трассер. Заряжаю, стреляю. Метку на врага давайте, или на себя, в район врага, чтобы знали, что там можно. Вот примерно там он. Снайпер, походу, лежит. Чуть не вижу. Трассеры показывают. Вижу. Да. Он примерно там, слышишь? Мне до туда не дойти, я близко. Мне говорят аккордировать зону. Туда и не пустят. Внимание, враг перемещается уже на 22-25. Внимание, на дороге видим. Поймут свой, противник. Серый, свой, черный враг. Тихо, что-то какая-то. По тебе? На минималке снял. Это я пулеметом стрелял, я по тебе стрелял. Сзади вас, где вы бежите, там стоит шаха спрятанная. Кто бежит слева? Пробежали мимо шахи. Ну там никого нет, если забей. Сейчас ребят трассерами будет показывать, откуда стреляли РПГ, и смотрите. Еще раз можно? Это где-то сзади, где-то сзади. Сняло здание. Наша? Наша. По правой стороне свой возвращается. Проеб серый свой. Там так что сел. Стоит. А, да. Сейчас подожди. Ну, носовчика вообще есть или да нет? Кто-то бежит по камням, слева за камень забежал. Да, слева от дороги много людей. Так. Это с
Прямой или чужой, я не понял. Сориентируюсь ли тут. Смотри, где-то, начинаю, наверное, 300... Так, грита? Грида. Я спросил, вы не ответили, я начал. Там бегал черный чувак. Перебегал по камешкам. Я по нему пулеметом поработал, Иванчик тоже поработал, и он где-то там остался еще. Вот камень большой, видишь? На... Ну, там много камней, конечно, большие, короче. На 290, наверное, это больше. Или даже на 300. Почти наверху. Могу сейчас, в принципе, трассером дать. Какой метод отмечается? Синий или зеленый? А? Вот он там, считай, немножечко отдален от остальных камней, вокруг него пусты, да? Да-да-да. Ну, не обязательно там, он мог уже убежать оттуда, я уже бегал. Отметил примерно, где бегал человек. Я, короче, пошел дальше, ты пока там смотря. Канал проверь. Кто сейчас кого-то убежал? Короче, продолжаю двигаться в сторону плохих камней. А вы, ты к трупу подходишь? Нет, я на сымерке лежу и не двигаюсь сейчас. Людей разглядываю, не могу понять. Рексар, ты живой? Рексар жив. Дошел до извилистого участка, с такого конкретного извилистого? Да. Че там, честно все? Вы там, да, на дороге аккуратно могут мины кто-то разминировать из наших и мимочками. Все помните, что там на извилистом участке складка есть, где может целое отделение сидеть? И куда это сейчас было? Ну в этой складке никого нет. Триггер не дает подняться в сторону. В сторону. Ага, понятно. Понял. Так, нашего трупа нашел. Проверь, чтобы у него рация была. Актуальная мелькая. Вот, блин, вонгрик упал. Отдыхай, мы не торопимся. А, это не труп, это он ожил. На твои актуальные метки. Метки актуальные делайте, ребят. GPS сложно метки выбрать. А вы скажи примерно где? Примерно дал метку. Я с GPS, я точно даю. Кто под... забирается по горе слева? Налево горе. Свой. Где-то на моей метке, я в кустах что-то видел, мелькал. Вот сейчас буду проверять здесь район. Да, пошел. РПГ по нашему отработал? Да, по нашему маленький пошубить, походу. Со спины где-то, что ли? Где-то справа. А рядом стреляли по ним. Ну, у меня далеко. А рядом с ним. Так, все, я конкретно устал, отдыхаю. А-а-а.
тыл они, короче, зашли частично. Свой вкус я забежал, забежал под дерево. Я под камнем лежу, не под деревом. Рядом пальну. Да, либо рядом с местом, где страйкера парковались сейчас. Метка стоит, по своим стреляешь. СВД. Слутали ДВ и КВ, прием, двиги нужны. Да, есть двиги там. Крепитал видишь, что ли? Вижу, на горе, прям на горе, да, прям нашлик. На 320 пех сидит за камнями двумя. Снайперу нашему передайте, что на горе есть. Поставил точку на снайпера. Да-да-да, передайте. Слышу. Это наш работает или нет? Да, сдвиг делаем. Привет. Эти числа, по-моему, уже все знают. Проверка связи. Слушай. СВДшник живой еще. К нему не подняться никак. Поставил метку на СВД. Их два. Да, есть. Репит, прием. Тебя вызывают. На связи. Передай этим нашему снайперу, метка на снайпера вражеского есть, пусть он что-нибудь сделает. Ты кого имеешь в виду, пехоту? Ну, наш... мы нашли метку, дали на вражеского снайпера, у нас есть наш снайпер. Может быть, они как-то встретятся? Мы туда подняться на эту гору не можем физически. У нас еще МК-19 есть. Да, или с МК-19. Ну чем-то туда долбанить, потому что, ну, нечем у нас. Теперь ты соединишь? Ушел к себе. Летяник. Вижу. Ну, снайпер подавлен, я его подавил прям с пулемета. Понял. Но он полз. Лучше ему не дать возможности встать. Их два было. А дальше по горе больше километров, вот где машины, дальше гора. Нет возможности с ним подобраться. Да, я знаю, я передал по ДВ, что можно надо отработать по нему. Возле метки снайпер? Дальше я стреляю, дядя около хаммера. Возле хаммера враги, враги бегают? Не-не, вот хаммер только что проехал по дороге, сейчас за ним БТР едет. Там рядом выстрелы были. Так что где проехал? Это не выстрелы наши. Снайпер наш был. Прям сейчас. А до этого вражеский. Метку поставил. Ниже бери. А вот по-моему у нас за спиной снайпер вообще вражеский есть. ПКМ, по-моему, работает с горы, оттуда снайпер. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, ПКМ. Ну вы пока не делайте ничего, спрячьтесь, мы до туда дойдем и уже будем. Это вот это совсем жопа. Тут из спины бежит. За камень сел, лег. Поставил метку. Сзади бэттера. Называется отсюда бьет, я не понял, с чего бьет, но с чего-то мощного. Это ПКМ. Ну я понял.
Бетер не наблюдаю, хамик только вижу. Страйкер не наблюдаю. А он чуть ниже. Опять сводочный. По мне. За камень уходи. Внимание, кто сзади? Сзади на 155. Дек, противник? Понял. Да. Направо, на вашей горе, но ближе к нашей технике нашей. Понял. Это похоже снайпер. По мне. Пока не наблюдаю. Он перемещается или нет? Да. Очень сильно давит, но попадает. Сиди под камнем пока. Садавят. Перебегает. Вижу. По своим долбите, по своим. Все, не стреляй. По своим долбите. Ну а что ты не говоришь, что это ты? Это не я, я его просто увидел, что это свой. Окей, что он молчит тогда? Все, все, пошел, а он по пашному маршруту идет. Что будет, если далеко от дороги убежать? Не знаю. Ну ни хрена ты бегаешь. Там катер, там катер, по нас лезет. Под огнем. По нам снайпер бьет. Зачем ты сюда прибежал? Ты зачем сюда его привел? Знаю. Потому что он близко бил. Там вот мне зайти просто противник. Чепли мне долбит. Да. По мне. Хорошо давит, зараза. Пытаюсь подняться к нему, но, наверное, не пустит. Я его даже не вижу. А вы, это ты поднимаешься, да? Да, поднимаюсь я. А с какой стороны он примерно, скажи, звук идет? Справа, слева от тебя? Ага, понял. А наш снайпер что-нибудь может сделать? Снайпер наш есть на связи какой-нибудь? Снайпер вперед пошел, он таргет вперед. Давай. Я даже ничего не вижу, где он там сейчас сидит. Не шевелится даже, зараза. А вы, ты возле камня, да? Да, я, а это самый труп. Понял. Я на своей метке ровно с севера пулеметчик нас отработал, убил нашего. Понял. По мне снайпер стреляет с другой стороны. Все, хана точно. С нашего склона или с твоего? Удачи. Я за камушком, а с одной стороны пулеметчик отстреливает, с другой стороны снайпер. К тебе подходит рядом. Давай, справа. ПЗ. Слышишь на меня? Снайпер сюда да, стреляет. Да, да. Ой, юб. А вы, это счастье по тебе дал нечаянно. Я без ног. Понял. Это
этой же горе, где вы и я, тут пехота идет к нам. Понял, по нему ПКМ работает, ё-моё. Рыксарь. Снайпер давит меня. Вот откуда, я не могу понять. Снайпер пистолет от меня, пулеметчик сидит. Живее. Попробуй гранаты покидать туда далеко, может попробуй кого-нибудь. Давай. Сейчас сменю позицию. Точки отсутствия стреляют, пока я опять начинаю зарабатывать. Прям мощно. А вы живой пока? Вроде да, он там возле камня живой, да? Или это не он? Это я. Рядом, где был дым, да? Да. С внутренней правой стороны враг бегает. А, могу быть я под кустом. Дальше ко мне. А поградил сейчас, который... Это не можешь быть ты, потому что я видел врага в 5 метрах. Сейчас дам очередь перед кем-то, кто наш идет, или это не так, топ. Свой, нет? Еще раз, подли. По мне. Вижу убитых. А, вон, вижу снайпера. Снайпер от меня. Пулеметчик ровно на север. Сейчас там точно. Она. Меня тут кто-то говорит. Левее в кустах где? Кто вижу на хребте? Получается запад, северо-запад, там большинство. Говорят, там талики туда-сюда бегают. Так, я так понял, снайпера подавили, ПКМ тоже подавили. Нет, ПКМ ровно на севере от моей позиции. Он, а, он отступил? Трудные выходы. Сам ради. Техника сейчас, если пройдем, подавим техникой. Я сзади техники оказался, буду сейчас подтягиваться. Что это падает? Вижу, ура. А, я убил! Вы учтите, что враг может М-ку взять, поэтому не обязательно, что М-16 наш. Возле Урала с УАЗом нет никого из наших? Опа, СВД-шка нет? А, нет, нет. Так, разминировалось. Камеру работали или разминировал, или непонятно, чего, я живой. С чего видео будет? Свои стреляют? Да. Короче, как-то я стрелял, там пробежал чувак какой-то, я не понял, кто это, но я понял, что это хорошо, это плохо. Если он в ответ не заорал, значит это враг. А еще здесь надо станину отключать.
У нас пока страйкеры все целы, как я понял. Что ты? Я закончил. Ага. Репи, ты живой? Да. Хорошо, что там по минам? Еще есть мины? Это по правой стороне там бежит, он хорошо видно. Очень. Куда работаешь? Вот там. Там чак. А вы кузов Урала проверяли там вообще? Да, все, я так пошукал, чтоб нервы зашалили. Репит, колеса чинишь хорошо? Да, два колеса вынесло. Колеса есть пока. Это хорошо, когда есть колеса. Так, а Иванчик живой? Взял вражескую рацию. У вас, походу, на вершине там уже враг МП. По своему виду, алло, нет. Судя по всему, фаер, банзай еще живые. Как поняли? Долго здесь что-то залипли, надо проверять и дальше ехать. Там долго торопит колеса еще? Нашел талиба с трубой. Снимай и выстреливай хоть куда-нибудь, вообще не важно. Окей. Главное, чтобы ее нельзя было использовать. Нашел еще бинокль. Вот это хорошая штука, бери. Калаш? Да. С Уралом и где-то калаш. Да, бегу рядом. Туда. Нет, разрыв. Все. Если это вы гипачите, пожалуйста, не гипачьте, мне плохо. Можешь по Уралам зарядить? Гонза живой, кстати. Я не знаю. Слушай, что-то горит. Это, наверное, замотлили, короче, Аркадий.
Еще помзы. С западной стороны били по мне, походу. Это помзы, помзы. Это МФГ. Так, слушайте, помзу, смотрите. Они. Со стороны. Короче, флайер и гонза, скорее всего. На левом флайере. ПЗ, ПЗ. А я не видел его. Забаним ПЗ за это. ПЗ, я убил того снайпера, которого вы убил, и пулеметчик, А, ПЗ, вы двигались слева от дороги? Мы справа двигались. Слева справа. Двигался я и несколько человек. Ну, мы слепые. Вы слепые. Я чуть страйкер не сломал ваш. Вы троих пробежали. А, мы не... А, значит, мы троих. А ничего, то, что мы не можем выходить дальше с 200 так метров прям от дороги. Так ну, он ближе к дороге вообще-то да, был. Я вообще... Сейчас скажите, по голове наступили. Да, там Спитер сказал, даже записал. Спитеру, да. А, за моей камни, за моей камни прятались люди. Они стояли за моим камнем, потом побежали дальше. Вот они бежали все, я просто стою такой, короче, такой, стрелять, не стрелять. Они такой, пока не спалили, не стреляли. Убанзаем на масс, ё-моё. Я уже отполз от них как можно дальше за камень, но меня стагет принял уже. Все. Потому что моя задница была голова. Банзай подключил читы. Да, да, я вижу, сейчас навесом молился. Выстрелит. Сейчас навесом просто в страйкер. Пух. Нет, он стреляет в камень. Жавелина, жавелина. По кому это стреляет? Флайер. Ой, Гонза, чё? Я Гонза. Гонза всё? Граната убила. Ещё жив. Или ранила. Вот, блин. Или они стреляют? Там же это как... Как это? Рыжая борода или кто там? Еще лёд рядом с Пашкой. Счёт 8 ранений. Ой, да. Вместе лежат, как будто близнецы. В одной позе. Знаешь, не очень. Ой, заметили, что Гонза только... Гонза живой. Я героически сражался. Да-да-да. Убил кучу неверных. Гонза, почему у тебя как бы кисть есть, а руки самой нет, если посмотреть под руками? Оторвало её уже. Оторвало. Кисть просто валяется и все. Однорукий бандит. У него крем был. Что у вас оптики-то хрена? Блин, два раза попали вот. А посмотри на метку, тут добьют. Видишь эту метку? А теперь посмотри, кто возле неё лежит. Не вижу её. А где метка? Она скажи севернее, координаты. Координаты скажи. По дороге. Иванчик, да. Координаты скажи. 62-28. 28, что там? Там люди, которые вот. Добивали вас. Вот, да, на этой метке лежит, точнее, в этом квадрате, например, там, в начале брифинга поставили специальный знак, тут ясно. Не задали, все ясно. Стримчики смотрят мои, без одежды. А фаер кого-то давит? А можно? Вы прикалываете, что ли, миссия полтора часа идет? Ну, что это... Полтора часа? У нее таймера никакого нету, что 45 минут, что-то нормально. Да. Полтора часа, какие полтора часа? Не знаю, какие полтора часа? У вас брифинг 45 минут шел, что ли? Да. Ебануться. Стулья гнется. Ты 45 минут брифинговали, просто как пройти на пути? Да. Найс, попали? В тот дорогу нет никаких тактик особых. И пресси! Миссия началась в 32 минуты, если что. Как так тут?
Ну вот как ты засранец поменял. Ребят, ребят, подошло час уже как бы. Ну все, где мы упомянули, проиграли. Я с кого бегу. Вашим. Час подошел уже, почему месяц тебе не рубится? А, точно 45 минут? В этом уверен? Может, не валяха мог расширить время, 15, имейте совесть. Что, что еще раз? А, представим 15 минут? Мог расширить время, но написать это в брифинге, как у нас должен был быть страйкером К-19, а хер там. Да, у нас два страйкера М2 будут. Ну, смотрите, через минуту будет ровно час. Да рубите тогда уже. Чё уж. Чё, подождём? Нет, может, представим. Еще может 2 часа подождать? Ну да. Да ладно, пусть там уже вроде идут наступать. Вон они делают, Репит сейчас машинку возьмет, сейчас поедет. Репит, это вон заумер, все сразу уже. Это давай. Нет, тут, тут по условиям, если меньше будет, все, чем 5 синих, то все. Все, да, все, все говорю. И... Стой, не руби, дай посмотреть, кого убил. На, звоник меня. Питера.